Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором РМ Рейл Павлом Овчинниковым. Они обсудили итоги работы компании в первом квартале этого года, а также планы по реализации новых проектов. За этот период компания выпустила около 1800 вагонов, кроме того, изготовила свыше 1800 вагонокомплектов. Предприятие готовится к выпуску инновационного литья. В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы исполнения текущих контрактов и развития экспортного направления. Владимир Волков отметил особую значимость социальной программы компании. Сейчас на предприятиях РМ Рейл трудоустроено пять с половиной тысяч человек, и прием на рабочие специальности продолжается. Нет задержек по выплате заработной платы, заводы работают стабильно. Глава Мордовии подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия в этом направлении, чтобы предприятия продолжали развиваться, а работники были уверены в завтрашнем дне.